Здарова, здарова, дорогие друзья, с вами Мотобустер. Это рубрика «Спорт за сотку». Мы рассматриваем здесь спортивный мотоцикл до 100 тысяч рублей. А перед началом видео подпишись на этот канал и поставь этому видео лайк. А мы погнали. Первое объявление. Очень дешевый Kawasaki ZR 400, всего за 50 тысяч рублей. На ходу, не знаю, сейчас посмотрим. С доками на ходу, но нет второй передачи. Расходник поменен. Зизер 400, 50 тысяч. Это очень дешево. Понятно, у зизеров это болячка, начиная от 400 кубового. Вторая передача, это очень часто болячка. Ну, как бы они ломаются очень часто. А мы переходим к следующему объявлению. За 50 тысяч рублей, мне кажется, зизер это очень хорошая цена. Yamaha R1 Z200, чего там? Nvidia, чего? Давайте посмотрим. Individual Sport, что это вообще? Что это за непонятное... Непонятное транспортное средство. Yamaha R1 Z. 25 кубов, 55 сил, расход за сотки, 5, за 5-2 секунды. На 90-95% оригинальные детали. Изучаю спрос. Фото не актуально до разборки под ребилд. Была поставлена на реставрацию в приличном состоянии. Напоминаю, фото в полной боеготовности. И был на полном ходу перед началом реставрации. Реставрация обслуживания. Блин, я первый раз об этом мотоцикле, наверное, слышу. Yamaha R1 Z на 250 кубов двухтактный. Редкость редкая. Я вообще не... Yamaha TZ-253MA. Ой, старик. Сейчас мы тебя рассмотрим. Ну что, по фото нормальный. Мопедос. Ну, двухтактный, что ли? Да ну. Тоже двухтактный. Требует замены шатуна, доки в норме, пластик родной, по телефону. Отвечу на все вопросы транспорта. Дружу, причина продажи. Купил литр, заниматься нет времени. До поломки будут в отличном состоянии. Замена шатуна. 50 тысяч рублей. А не дорого ли? Я бы сказал, было очень дорого. В таком состоянии, ну блин, 35-40 тысяч. А с вами был Мотобустер. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До скорой встречи.